Филиал Якутского медицинского колледжа теперь в Удачном. Это учебное заведение имеет 5 филиалов по республике. В Мирном, Ленском, Нюрбе, Хандыге и Удачном. 17 первокурсников в Удачном получили студенческие билеты и зачетные книжки. Ирина Балкова побывала на торжественном мероприятии. Нехватка квалифицированных медицинских кадров – проблема номер один, говорит главврач Удачнинской городской больницы Александр Артамонов. На протяжении долгого времени специалисты администрации района искали пути решения этого вопроса. Предложено на базе Удачнинской городской больницы открыть филиал медицинского регионального колледжа. В нашем районе имеется и действует, разработана, и действует, и живет, и помогает нам программа создания условий для кадрового обеспечения и привлечения медицинских кадров в государственные учреждения системы здравоохранения. Благодаря этой программе в Мирнинском районе в свое время был открыт филиал медицинского колледжа Якутского, и что позволило значительно снизить остроту данного вопроса. И вот долгожданный день настал. Первые ласточки филиала медицинского колледжа посвящены в студенты. Будущим медикам предстоит постичь азы специальности сестринское дело. Период обучения 2 года и 10 месяцев. Для того, чтобы стать студентом филиала, достаточно иметь аттестат о полном среднем образовании. Необходимые документы, включая медицинскую справку. В колледже предусмотрено только дневное обучение. По окончании выдается диплом государственного образца с квалификацией медицинская сестра, медицинский брат. После выпускники гарантированно будут обеспечены рабочими местами. Желающие смогут продолжить обучение в высших учебных заведениях. Они будут трудоустроены здесь, в больницу работать, у них будет договор, потому что это муниципальный заказ, муниципалитет оплачивает деньги, поэтому они будут должны минимум отрабатывать 3 года после своего окончания. Но те выпускники, которые отлично учатся, они имеют право поступить в наш Якутский медицинский институт без ЕГЭ. Образование будущие студенты получат бесплатно. Финансирование на себя возьмет администрация Мирнинского района. По словам главы муниципального образования города Удачный Артура Приходько, открытие медицинского колледжа в городе – это яркий пример того, когда власти разного уровня при поддержке градообразующего предприятия объединили свои усилия в решении общей проблемы. Сегодняшнее событие для меня как главы города очень важно. Желание создать определенные условия для обучения здесь кадров для Удачнинской городской больницы, оно у нас продиктовано именно тем, что в городе на сегодняшний день и в районе, могу сказать информацию вам здесь присутствующим, что укомплектованность кадровым персоналом в Удачнинской городской больнице в Мирнинском районе самая низкая. Обучаться в филиале смогут не только удачницы, но и желающие из поселка Айхал и Алинка. В завершении директор колледжа Дмитрий Алексеев вручил будущим медикам студенческие билеты и зачетные книжки. Ирина Балкова, Денис Сиротин, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край».